Посетители Pornhub подверглись вирусной атаке. От вируса преимущественно пострадали жители США, Канады и Великобритании. Несколько миллионов пользователей популярного порноресурса Pornhub более года подвергались атаке вируса. Программа с помощью рекламных объявлений предлагала установить фальшивые обновления для браузеров, якобы необходимые для продолжения просмотра. После установки программа использовала компьютер жертвы в своих целях, в том числе для накрутки посещаемости других сайтов, сообщает The Guardian. По словам экспертов из компании по кибербезопасности Proofpoint, от вируса преимущественно пострадали жители США, Канады и Великобритании. Вредоносную программу под названием Counter создали хакеры из группировки CovCorrig. Хотя основная цель вируса заключается в мошенничестве в области рекламы, это помогло использоваться для вымогательства или похищения личной информации пользователей, заявили в Proofpoint, отметив, что программа продолжает действовать на других сайтах и нацелена на новые жертвы. Ранее на смартфонах, работающих на операционной системе Android, была обнаружена вредоносная программа, ворующая данные банковских приложений. По материалам сайта news.com.